Где она? Где она дома? Да, лол. Вот я здесь буду сидеть, слышишь? Да. Акробатику. Йогу. О, ты же. А ты будешь меня снимать. Да. И растягиваться. Я буду ночью спускаться, конфеты кушать. Надо шоколадки будет купить. Всем привет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Что там сделать, чтобы мы были красивые, смотри. Вот эти, вот эти, вот эти. Ух ты. Все на месте. Да, на месте. Приехали. Завтра начинаем тренироваться. Даш, привет. Дратуйте. Нет, что-то по-наку. С вами я же не поздравляю. С сестрой моей бороться будешь. У тебя есть брат Курбан? Я что-то не пропоминаю. У меня? Да. Привет, Джулия. Исмаил. В смысле не поздравили? Я его просто не знаю, как его поздравить. Да. А так мы болели за него, да. Конечно. Сборы в Гудермесе. Спасибо. Астинская тигрица. Пантера. Дика, привет. Все, я к вам. Хорошо, Кость. Пантера тоже с тобой. Ой, как Мгели без пантеры? Да, как Мгели. Не, Даш, мы не вдвоем. Тут Луиза, а завтра еще приезжает Машка. Гамарджоба, гамарджоба, гамарджис. Даша, привет, Даша. Здравствуй, привет. Во сколько завтра бой? Какой бой? Какой бой? Здравствуйте, здрасте, здрасте, хай. О, как много всего. Конфет? Нет, не буду. Не в прямом, не в прямом эфире. Так, что там? Сабина Гулиева, Басир, ты... Что, кого-нибудь подключил? Да нет, читаю, что там написано. Но... Мы один раз подключили, так смешно было. Да? Ты не видела? Мы, короче, типа, разыгрываем конкурс, типа, подключим там первого попавшегося человека, короче, пацан. Офигеть! Вы за Минеева или Магу Исму? Не, конечно. Не, у меня, конечно, большая обида на Магу, потому что ну сколько можно бить женщин? Сначала я, потом Минеев. Но. Ну, конечно, мы будем все равно за Магу. Здравствуйте. Мы в Чечне. Привет из Изидхана. Ара Карашма. Ира Карашма. Карашма. Привет, красавица. Как будем? Грузины вперед. Просто говори сакартвелос гаумарджос. Гаумарджос. Ну что, готова к бою? У меня бой через месяц. Ну, я, конечно, уже готова. Но я еще готовлюсь. Когда у вас реванш с Магой Исмой будет? Я не знаю, Мага не хочет со мной. Он понимает, что он просто обрезал видео. А у меня нет оригинала где видео. Где ты попадала по нему? Он обрезал. Да. Большой привет из Башкорстана. Когда у тебя бой? Башкорстан. Спасибо, привет. У меня бой будет 22 февраля. Вот, сегодня мы только приехали. Завтра начинаются уже сборы, начинаются тренировки. Все хорошо. Гу-гу, победа, спасибо. Сколько лет Диане? 19. Привет, ты очень милая, тренируюсь. Ты такой, ай, перестань, я толстенькая. Грэпрел. Грэпрел. Я тайбоксер, есть что. Рома, привет. Рома. Это другой Рома. Нет, это другой Рома. Тоже зал, но не тот Рома, о котором ты подумал. Не мой сенсей. Как... подключиться. Честно, я сама не знаю. Салам из Кизляра. Салам, привет. Ты не узнала. Гомарджес. Гаумарджес. Вы надолго... Да нет, гаумарджес правильно говорить. Мы на 3 недели. Ну, на все время сборов. Дидимайлоба. Здравствуйте. Что за борцуха? Борцуха. Лиана, хочу тебя по ролевых. Привет из Осетии. О, привет. Мага тебя просто подкинет. Угу, ясно.
Привет, где твоя балалайка? Я ее с собой привезла. Это Пандурия, а не балалайка, кстати. Пантера, come to California. Чё? В Калифорнию иди, говорит. Приветик. Ну, уговорил. Уговорил. Привет, касается Пантера, грузин. Пантера, осетинка. Привет из от таджиков. Привет. Отвечаем Сабе. Саба, привет. Не планируешь заканчивать со спортом? Нет, со спортом я... Запомните одну вещь. Если человек занялся профессионально спортом, то до конца жизни нужно этим заниматься, потому что если вы закончите заниматься спортом, это будет во вред вашему здоровью. Ну, хотя бы, ну, я не говорю выступать там до смерти, но в смысле, ну, всегда нужно поддерживать форму. О, правильно. Как думаешь, кто выиграет, Алибеков или Алиев? Честно говоря, я не знаю, я думаю, оба спортсмена очень хорошие. Алибеков тоже хороший спортсмен. Но я почему-то думаю, что все-таки Алиев. Ну, Алиев прям последний бой вообще особенно впечатлил. Ну и вообще он хороший очень спортсмен. По-моему, ей лет 40. Костя, блядь. Спасибо, шутит он. Салам с Казахстана, салам. Из Стамбула тоже салам. Салам, Стамбул тоже. Ты там боксер. Нормально, ты боксер. Всем привет. Спасибо большое. Так, нос сколько раз ломали? Мне его не ломали, между прочим. Вот, мне ломали, а ей не ломали. Мне вообще жестко сломали. Пяткой. Ну, мне с пятки прилетало, но он не ломался. Так, Гамарджоба Израилимде. Гамарджоба, привет из Махачкалы. Привет. И Казахстану привет, замуж пока не собираюсь. Девочки мои, привет, Руха, как ты? Руха! Побед, еще раз побед. Спасибо большое. Лика очень скромная. Ой, ну перестань. Не, я сейчас поздно. Спасибо, Руха. Привет, привет Грозному. Мы тут рядышком. Мы тут на месте. Ахмад Сила. Ахмад Сила. Гамарджоба, мы с тобой один в зале занимаемся. Ну, может быть. Флаг не взяла, что ли? Забыла? Да у нас есть там. Не, забыла, да. Не, ну я на бои с собой флаг беру, а так я его с собой не вожу. Ира, привет. Когда UFC? Ну, ближайшие полтора года я точно в UFC не пойду. На аварском тоже гитары пандури называют. Ассалам алейкум. Хабиб Тайм, поклонник Индии. Ой, блин, сколько людей пишет, я не... Ага, я тоже смотрю. Мегрули, арвитесь, картулевитесь. Что за блюдо в сторис? Ир, просто я целый день голодала, мне нечего кушать было. Ну, нам приготовили... Мясо говядины и эту картошку. Не знаю, как это называется. Это этот называется. Типа соус какой-то. Ну да. Казахстан с вами до последнего. Спасибо. Скоро, кстати, ваш боец завтра к нам приедет. Маша Агапова. У тебя армянский нос, у меня грузинский нос. Вообще-то грузинский. Не путай. Чеченский выучила. Нет, еще. А? Не, не хочу. Гамарджоба, он не на камеру. Шучу. Так, Ламазуру Гурхак. Аргат, привет, Татарстан. Татарстан тоже привет. И Баку привет. Нет, Диане 19. Какой 85-го года? Ты что? Это кто сказал? Я не знаю, какой-то Караев. Цикатуха. Руха-цикатуха, ой. Видно, пятка там тоже торчит. Ой, блин, как... Подожди, не, потихоньку будем читать. Да я не дочитаю, походу, сука, всего. А встретили в Грозном глаз, как всегда. Нас отлично. Всегда хорошо встречают. Гостеприимный. Возьми этот пояс. Иншаллах возьмет. Спасибо. Я думаю, выиграет Хабиб. Сколько лет? Мне 22. Салам из Ингушетии. Спасибо.
Тебе салам. Шамиля, Рамазана, муж знаю, не помню. Саба, привет. Чего она жует? Конфетки. Так, всем здравствуйте. Пантера, что там грызешь? Конфеты она грызла. Лена, Джошуа. Я уже скучаю по вам. Мы тоже скучаем. Мы тоже, пупсик. Кому сайпен, это ваш бой с Мариной. Я, честно, не знаю. Там трансляция будет по Матч ТВ точно. Привет из Мэриэл. Привет. Вы в Чечне? Да. Привет из США. Привет. Вам какую разницу, когда нас сломали? Ну, спасибо, все было. Правильно. Залезли кого-то? Нет. К сожалению, еще нет. Так. Садай бады. Твилищ. Харон вам в гости зайдет, кстати. Кто? Харон. Это кто такой? Это мой давний знакомый. Сакартогам Гаумарджос. Самый грелу. А когда на сборы? Мы уже на сборах. Да. Я болею за тебя. Спасибо. Зачем приехала на мою территорию? Это моя территория. Теперь тут я хозяин. Лика Картвели. О, Диди Мадлуба. Привет из Бишкека. Привет. И где именно Гудермесе? Я не знаю, тут адрес. Меня куда привезли? Туда привезли. Конфеты на камеру. Я не кушаю. Ир, я не кушаю. Я знаю, что ты смотришь. Я не кушаю. Подтверди, что я не кушаю. Не кушаю. Не, я честно не кушала. Так поела. Диана самая... Нет. Чего они... Написали, что Диана самая слабая. Ир, это разно. Разум. Еще у Ромы тренируешься? Конечно. Сейчас я тебя найду. Диана зовут. Абдул. Так. Добрый вечер. Добрый. Я не вижу. Наруто, что-нибудь с ними сванки они. Пантера не 85-го. Да с чего вы взяли, что она 85-го? А сколько это 85? Я и 95-го. Это значит, на 10 лет старше меня. 32. Пусть они меня не выводят. Я сейчас опять начну всех посылать, им это не понравится. Привет с Битцевского. Привет, привет. Чего делаете вообще? Сидим, скучно. Красиво. Перестаньте. Ты похожа на Абдул-Рашида Садулаева. Вот это комплимент. Если бы ты сказал, что мы боремся, как Рашид Садулай. Абдурашид. Нет, у меня нет такого роста. С какой стороны? Я в Тбилиси. Ой, блин. Короче, я перемотаю. Я как поняла, я там очень сильно отстала. О. Есть ли девушка в спине? Что? Кого? Диана, ты красотка, не слушай никого. Да я знаю. Спасибо. Привет из Марокко. Нормально так нам привет передает? Да. Привет. А что мне зависло? Ой, спасибо. Не знаю. Ты похож на Кириса. Кириса или крыса? Или ты что пишешь? Когда-нибудь проигрывала? Да, проигрывала. Вкус поражения мне, я тоже знаю. Он не очень вкусный. Он не очень вкусный. Алматы. Привет, Алмате. Мегрулиар ведь. Майкучу. Так, когда у тебя бой? 22 февраля. Привет, Алматы. Привет. Почему Армана подсудили? Откуда я знаю? Я... Честно говоря, я бы не сказала, что его подсудили. Я бы сказала, там нужно было ничью дать, мое мнение. Сестренка, привет, привет. Нос большой. Обидно сейчас было. А, так. Так, привет. Пожалуйста, моя подруга. Надире, привет. Вы где именно в Гудермесе? В резиденции. Сана 06, но... Ну, Сан Ардон, о,
Ардону вот тоже салам. Караев сказал, что он сказал? Салам с Ардона, я не помню, что он писал. Ардон. Ардон. Помнишь меня? Мой Ардон. Салам алейкум с Маха. Валейкум салам Маху. Передавай привет Турции. Туркам привет. Майкадун на связи. Что это значит? Кого? Майкудук. Почему ты мне не отвечаешь? Я не успеваю, наверное. Замуж войнахи не зовут. Нет. Good luck, you next fight. Oh, thank you. Так, ты думаешь, у Конора есть шансы выйти на бой с Амаром Алибутаем? Амар Алибутаев это тот, который этот в камеди. Как его? В Горце от ума, да? Так, салам с Таджикистана. Салам. Такая приятная девочка везет. О, пизда. Thank you. Так, а, привет, вот, Салматы, привет. Да, вот. Алиев кто? И Алибеков, он держит пояс. А, Алибеков. У него вообще без поражений. Он откуда это? Я его не знаю, сама первый раз о нем знала. Я вообще его первый раз вижу. Да, ну, прикинь, человек пояс держит. А почему мы про него не знаем? Не знаю. Притом на файт на этом мы должны знать. Тоже удивилась. Ну, Алиев известнее. Таджикистан, салам. Чего это за вопрос? У тебя... Мексики тоже салам. Укан Гогоро Рамденец Лиса. Храмец Лиса. Ассаламу алейкум всем. Как тебе бой ислам в UFC? Очень понравился. Я, честно говоря, не ожидала, что у него нокаутирующий удар есть. Так что прям удивил. Салам с Караганды. Салам. Спасибо. Передай мне привет. 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 Желаю тебе удачи. Надеюсь, ты заберешь пояс. Спасибо. Я пришла в свой кабинет. Сейчас приду. Давай. Так, как вы думаете, приход в Турцию? Привет. Салам с Душанбе. Душанбе тоже привет. Привет из Будиновска. Привет. Тренируетесь прямо там? Нет, мы тут живем, тренируемся. Мы в другом месте. Завтра сниму, где мы тренируемся. Подруга тоже занимается спортом. Да. Привет, чемпионка. Впереди норм, девушка сзади, бяка. Привет. Бригада ИВДВ. Привет. Чечня сила. Да, ну завтра мы потише сделаем эту. Они сделают? Да, да. Сегодня сказали, не могут. Передай мне привет. Меня зовут Маша. Маша, привет. Сзади, которую познаком. Отвечай на мой вопрос. Не отвечу. Так, покажи и скажи. Внизу черточка, пантера, внизу черточка, 57, внизу черточка. Давай, что там, пантера, пантера, 57. Пантера, внизу черточка, 57, черточка внизу. Ищите. Сколько там 130 человек сходу добавят? Все, ой. Подписывайтесь на пантеру, все, кто хотел там познакомиться, подписывайтесь. Нет, знакомиться не надо. Я сейчас в Чечне. Мохнатки не боишься? Мы никого не боимся. Мы никого не боимся. Пупсики, вы где? Так. Готово. Диана, выходи за меня. За тебя это тут жениться на тебя хотят. Вай, ты дмадлуба. Так, спасибо. С носом что? Ну, я родилась как бы грузинкой, у нас большие носы есть, что. Так. Я занимаюсь 17 лет. Нет, я с Тбилиси. Диана... Нет, она тут. Пантера, звери. Логично. Мага Исма вырезал моменты просто. Нос мне идет, но это самое главное, что не идет нос. Ты сейчас в Москве. А, я же была у этого дерева. К нему поедем, куда у нас будешь. Да. Он тебе будет по спине ходить. Привет, это Георгий. Привет. Меня зовут Юля. Привет. Юля, привет. У тебя должно быть больше подписчиков, а то кругом одни блогеры жопами своими светят. Ой, не говори, честно говоря, не знаю, откуда у меня столько людей узнало. А?
Кто? Ну, сейчас заблокирую, дойду до него. Нам интересно ты. Здравствуйте. Нам подписано. Ты в Чечне? Да. Хабиба видела хоть раз? Не помню, честно говоря. Так. Мага из... Так. Джулиана Джошуа. Так. Кто тебя словесно обижает, тебя воткни их по-сестрински. Чё за младка? Ой, блин, столько всего. Мои пижамы оценили. Да? Так. У тебя... Красивая. С грузиной поддерживаешь связь? Я с ними живу, я вам скажу. Да, поддерживаю, конечно. Салам алейкум с Туркмении. Салам, Леночка, молодец, мы за тебя. Ты очень красивая, милая. Ой, спасибо. Джулиана Джошу. Ой, спасибо. Спасибо. Нет, Пантера, ничего. Я делала. Ты что, с ума сошли? Нет. Это не она сказала. Пантера. А? Кто-нибудь наливал этот чай? Не. Добрый вечер. Так, я хочу попробовать фильтры. Ух ты. Эшкере, ничего не будет? Эшкере? Так, что там еще есть? А я не матерюсь, но она все равно делает пип, пип. А все. Серьезно, из-за этого? А я. А? Что за фигня? Это что за фильтры? Диана, что мне там написали? Я не понимаю. Ой, что за фильтры странные, Диана? Какой ты фильтр ставила? Во. Спасибо. Ты нашла? Всё, да. Это, да? Да, да. Где вот так снижение пошли? Так, эшкирь мешки. Не, я не ругаю. Двадцать второго февраля будет. Как-нибудь обязательно приеду. Так, Диана. Ау! Спасибо, спасибо. Нет, это Диана. Да, 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 да. Да не-не-не, мы ж попили то. Не знаю, не знаю, куда он. Привет, дружок. Да, да, у нас охранник свой. Твой охранник распалился. У нас воды нету. А, вода вот же. Она будет, ой, подскажи. 22 февраля. Да, знаю. Задний. Я тебе говорю, давай. Это который Ибрагимов, да? Ты снова прекрасна, пижама. Ибрагимов? Да.
Да. Он до этого тебе написал, тебе говорили, что-то. Не в обиду, по-моему. А зачем? Ой. Привет из Выборга. Привет. Все хорошо. Да, грузинка. Ты как камеру держишь, ты знаешь, что это? Блин, я когда не вижу этих дел. Так, как дела? Все хорошо. Ты вообще молодец. Ой, ну перестань. Да, мы там. Ой, мне разряжается все. Салам тебе. Че? Камеру держала. Вот так. Дагестан за тебя будет болеть. Ой, спасибо. Привет из Казахстана, привет. Я вообще заметила, тут много людей из Казахстана. Она сидит. Гамар Джуба. Это значит здравствуй на грузинском. Мне приятно, вот я и говорю спасибо. Нет, я не в Грозном. Я в Гудермесе уже. Так, у нас там Диана и Луи. Привет из Кыргызстана, привет. У тебя очень сильно сопер, желаю тебе побед мне в легком бою. Спасибо. Чурки с тобой, со мной. Братья, сестры. Костя меня обидит. Вообще-то не его тоже обижены. А? Мы приезжали к нам в Ордон. Ордон. Я была в Ордоне. Как относишься к бодибилдингу? Ну, нормально. Честно говоря, я так не особо увлекаюсь этим. Из Грузии. И Ахалкалаки. Я из Тбилиси. Привет из Кыргызстана. Привет. Лика, привет. Это Георгий. Привет, Георгий. Ты уже третий раз написал. Я тебе третий раз говорю привет. Я была в Ордоне уже. К боксу хорошо отношусь. Да, что там еще? Все нормально. Спокойной ночи. Засудили меня в Казахстане. Все черножопы болеем за тебя. Ой, как приятно. За весь Казахстан. Джулиана Джоша, бедно обнюсь, почитай. Ну да, вот так много людей пишет. Спасибо большое там. Ругора Хартама. Пантера все видит. Сейчас у меня живот не будет болеть. Через час до этого я захочу кушать. Если что, конечно, я это кушаю. Ладно, короче. Я пойду телефон заряжу. Или зарядку взять. Что делаем? У меня это заканчивается. Ладно, короче. Давайте было приятно поговорить с вами. Пойду я телефон отзаряжать и спать потихонечку. И ингушам тоже привет. Давайте, короче, спокойной ночи. Всего хорошего.